Вы видите, друзья, последнюю неделю всю Калифорнию вот эти гуси здоровенные, поналетевшие неизвестно откуда, реально всю эту траву засрали. С собакой пройти невозможно, какашки у них очень вкусные, и собаки любят их находить и подъедать. И вот они тут никуда не улетают. Казалось бы, птицы перелетные. И должны были бы, ну, насрать и улететь. Нифига. Сруты не улетают. О, какие морды наглые. Не улетают, друзья. И вот я уже, они уже даже не боятся. Вот я уже хожу между ними, вы видите, да? Они никуда не улетают. Но если я собаку свою отпущу, собака начинает им выражать признательность за вкусные какашки. Они не понимают, что это все с добрыми намерениями. И улетают. Прямо вся эта стая снимается и улетает. Сейчас я вам покажу благодарную собаку. Так мы к ней подойдем. И зовут собаку Томик. И Томик вам скажет все, что думает об этих вот гусях. Я с трудом хожу, как на минном поле здесь. Понимаете? Хорошо, что не крупные какашки. Вот к нам пришел Томи. Скажи, Томи, ты любишь перелетных гусей? Томи, гусей перелетных. Не хочет даже разговаривать с нами. Ушел.